А, я начну, да? Спасибо. А, ну, я тоже присоединяюсь, что очень рад всех вас видеть. Меня зовут Смаил. Вот, если читали анонс, я специализируюсь на социальной психологии, больше всего на менеджменте и играх, а именно обучающих играх. Вот, я надеюсь, что у вас будут какие-то вопросы именно по этим темам, чтобы я смог максимально компетентно на них ответить. Спасибо. Я тоже всех вас очень рада видеть. Меня зовут Александра. Я психолог-консультант, психотерапевт. Веду частную практику. Буду рада ответить на вопросы из этой области, если таковые имеются. Всем привет. Тоже очень рада всех видеть. Меня зовут Полина. Я психофизиолог, то есть все вопросы, связанные с мозгом и психологией, это, скорее всего, я буду брать их на себя. Угу. Вот. Всем здравствуйте, меня зовут Виктор, я кандидат наук, социальный психолог, клинический психолог, работаю в Первом медицинском университете. Вот. Собственно, Витя самый понтовый из всех нас по внешним званиям. Ой, да. Как вы поняли. Я все-таки просила дать мне право первого вопроса, и поэтому я его задам. Друзья, скажите мне, пожалуйста, что включает в себя такая наука, как психология? То есть я понимаю, что включает в себя физика. Физика — это, там, не знаю, законы природы от атома до, не знаю, там, движения планет. Что такое психология? То есть на какие вопросы вы можете ответить? То есть вы сказали примерно, чем вы занимаетесь, но глобально психология, то есть как вот психология — это наука о том, и вот от и до. Можете писать как-нибудь постараться хотя бы? Ну, кто первый? Психология — это наука о психике. Собственно, психика является базовой функцией мозга. Собственно, это наш способ адаптации к внешнему миру, то есть начиная от самосознания, как мы реализуем себя в окружающей среде, и, собственно, заканчивая социальной адаптацией, когда мы учимся коммуницировать, взаимодействовать, усваиваем социальные нормы и правила, обмениваемся информацией, накапливаем информацию. То есть, собственно, как бы вот это вот все про психику, как функцию мозга и как средство адаптации. Вот. Я бы, наверное, так сформулировал. И тут можно добавить, что да, вот я специализируюсь в основном на мозге, и для меня психология — это про то, как все психические процессы в первую очередь выражаются в мозге. Я присоединяюсь к Вите полностью. Ну, я, безусловно, согласен с тем, что сказали ребята, тем более, что мы из одного вуза, да, где нас заставляют системно, даже не заставляют, учат системно думать. Я добавлю со своей стороны, что, конечно, вопрос очень важный, но, к сожалению, не знаю, можете со мной поспорить, на него четкого ответа нет. И мне вот это очень больно признавать, я думаю, да, вот коллеги согласятся. Однако, можно сказать, что это в первую очередь наука о человеке, да, но человек много кто изучает. Это наука, вот правильно сказал, видите, да, о психике. И психику можно рассматривать с разных уровней, начиная с мозга, да, переходя на личностный уровень, да, на уровень личности, и заканчивая группами или межличностными просто взаимоотношениями. И это уже больше ко второму вопросу, вот, который был задан, да, что мы можем, да, сделать, что мы можем дать. Можем, как и очень много, так и намного нет ответов, вот, и я думаю, лучше будет, если каждый из своей области скажет, что он может, потому что психология, она обширная, вот есть психофизиология, есть практическая психология, ну, психофизиология просто это больше фундаментальная все-таки психология, да, это наука о мозге, психический процесс, вот, а есть прикладная психология, например, вот консультирование. Я правильно понимаю, что психофизиология очень близко связана с нейробиологией? В принципе, да, то есть заниматься психофизиологией, не понимая, как устроен мозг, и всякие нейробиологические процессы невозможны. Все, можно? Да, конечно. Собственно, а чем занимаются психологи, помимо психотерапии? Помимо клиентов? Ну, какие-нибудь интересные направления психологии? Ну, с Игорь или с мозга начнем? А я думаю, даже психотерапевты могут... Ну, и да, как бы психотерапия тоже, мне кажется, не такая очевидная. Давайте с вас начнем. Отвечаете сильно, консультируйте. Начни с базовых методологических вещей. Да я на самом деле хочу начать с байки. Вот я хочу рассказать свое любимое психологическое, подчеркиваю, исследование про лондонских таксистов. Кто-нибудь его знает?
Вот, вот это тоже психология, как бы, для всех остальных расскажу. История, как обнаружили, что гиппокамп — это такой участок головного мозга, который отвечает за переход воспоминаний из кратковременной памяти в долговременную. Взяли группу лондонских таксистов, которые должны удерживать в своей голове полностью карту Лондона. Надо еще отметить, что исследование проводилось в 2000 году, то есть никаких GPS-навигаторов и через 300 метров поверните налево еще не было. Нужно было реально понимать, куда ты едешь. И очень четко оказалось, что у лондонских таксистов увеличен гиппокамп, и из этого сделали вывод, что он влияет, во-первых, за ориентацию в пространстве, а во-вторых, за переход воспоминаний. Вот это психология. Но если говорить что-то помимо психотерапии, да, то психологи очень часто встречаются в консультировании организаций, или в том числе государственных, да, в том числе коммерческих. Под государственными я даже понимаю в том числе школы, университеты, да, потому что это вопросы того, как выстраивать образование. Вот, возвращаясь к гиппокампу и памяти, да, это как сделать так, чтобы человек что-то запомнил, да, и что-то научился делать. И помимо педагогов, этот вопрос решают психологи с фундаментальным образованием, да. А второе, вот, коммерческая среда, вот лично я работаю в коммерции, и тут очень-очень много вопросов тоже касается обучения, потому что, я думаю, вы все прекрасно понимаете, что мы живем в той среде, в то время, когда мы постоянно должны чему-то новому учиться, а еще очень часто забывать что-то старое и учиться чему-то абсолютно новому, да, или переучиваться. Это тоже в компетенции психологов. Как это сделать так, чтобы человеку было максимально комфортно? А еще очень часто вопрос стоит, как сделать это большой группе людей, потому что от этого зависит прибыль организации, например. Вот. А вообще психологов можно встретить в очень разных сферах, например, в киберспорте, да. Там есть спортивные психологи, там есть и просто когнитивные психологи, которые занимаются базовыми процессами. Экстремальные психологи, да, которые занимаются... Ну, знаете, да, у нас очень развитый МЧС. С одной стороны, хорошо, с другой стороны, не очень хорошо, потому что мы живем в такой стране, где много природных катастроф бывает, происходит из-за климата нашего. Вот. Но там очень часто встречаются психологи и очень востребованы. Да, вот у нас на... В факультете очень популярна кафедра экстремальной психологии, как мне кажется. Ну, если идти дальше по кафедрам, то еще есть психология спорта, как помогать спортсменам преодолевать неудачи и двигаться дальше. Это прям отдельное направление. Да, нужно вообще поддерживать психоэмоциональное состояние, как бы ориентированное именно на победу, чтобы как бы поражение не, ну, условно говоря, не ввергло, не выбило спортсмена из колеи. Вот. Еще в медицине. Вот. Да. Но что как бы статистически значимо доказано, что люди, как бы, которые находятся в более позитивном эмоциональном и психологическом состоянии, они быстрее выздоравливают. Вот, то есть, как бы, это, думаю, не требует каких-то дополнительных доказательств. Да, также работа в хосписах, например, с умирающими людьми. Тоже очень большая опыт. А кстати, вот была, я не знаю, вчера кто-нибудь был, в Зиле лекция про эвтаназию, раз вспомнили про хосписы. Вот, и там, я забыл лектора, как зовут, потому что пришел поздно слишком, вот, но там обсуждались разница между Россией и Западной Европой в основном. Вообще, что вы думаете про это? Просто психологи, про эвтаназию, что вам интересно? Ух ты! Можно я? Но можно чуть-чуть конкретизировать, потому что, ну, вообще, вот говоря, что думаем про эвтаназию, мы тут перейдем на уровень вот все-таки больше этики. Больше этики, да. Потому что... Я уточню тогда совсем, например, что думаете про, как моя любимая оказалась, это непрямая эвтаназия. Когда, например, врач дает лекарства какие-то определенные, да, там, пациенту, чтобы... стероиды, стимуляторы, все такое, знаю, что он скоро умрет. Ну, типа как хоспис, только более веселый. Ох, боже. И все, да. И человек, вот он, это прямая считается эвтаназия. Вот что вы про это думаете? Он месяц живет вместо года, по-моему, вот так вот. Но этот месяц проживает более качественно. Да, качественно, намного более. Мне кажется, это все еще плоскость этики. Она без возврата. Нет, я имею в виду
Но это поведение врача, как бы один врач считает это допустимым, другой врач не считает это допустимым. То есть, как я понимаю, это нет законодательной регламентации. То есть... А нет, в Швейцарии вся лекция была в том, в Швейцарии. Ну, Швейцария, они вообще же как бы они живут на другой планете. То есть никогда не были в Евросоюзе, не участвовали ни в одной мировой войне, то есть имеют как бы, ну, вот, имеют свое визовое пространство, да просто как бы, ну, вот это своя планета, Швейцария. Да, мне кажется, вопрос. Да, дополнительный вопрос про эвтаназию, собственно. Хорошо, давайте. Он такой, он как бы этический, но с другой стороны, там и психология резко приобретена. В общем, там был случай, это недавно, кажется, в Голландии. И в Швейцарии, я не помню точно где, собственно, суть в том, что там девушке ей 21 год. У нее было какое-то расстройство, она входила в кучу психиатров, кучу психологов, ей ничего там не помогало, и, собственно, она подала заявление на эвтаназию. И вот вопрос в том, в таких случаях, насколько это приемлемо, если человек, ну, ходит сам, с одной стороны, по каким специалистам он ходит, это вопрос. С другой стороны, вот ему ничего не помогает, что в таких ситуациях делать? Психологически, когда не человек умирает, который на дороге смерти. Консилиум врачей. То есть, как бы это не может быть решение, которое принимает один человек, мне кажется. То есть, как бы и вообще, как бы даже заявка на эвтаназию, то есть там как бы очень как бы в современном мире, то есть там довольно большое обоснование, и это решение, которое вносит не один человек. Ну и в описанном случае как раз был консилиум врачей, причем разные специализации. Я бы, наверное, еще вот добавил бы коллегам, вот. Вы оба задали вопрос, что мы конкретно думаем. Мы конкретно думаем, что каждый случай очень индивидуален. И нужно на него смотреть, ну, со всех вообще углов зрения, там, насколько человек осознает, да, понимает, вплоть до того, в какой вообще социальной среде мы находимся. И если говорить вот о социальной среде, то чаще всего приводятся примеры тех стран, где очень высока цена человеческой жизни, ну, в том плане, что там совсем другой уровень права, да, и отношения к личности. Вот. И возможно, что они дошли до такого уровня, когда могут говорить право на смерть. Вот. Потому что очень часто говорится именно в таких категориях. У нас в стране, ну, это уже мое личное будет больше мнение, да, что я думаю, мы не дошли до такого уровня, когда мы говорим о праве на смерть. Вот. И поэтому либо мы разбираем какой-то конкретный индивидуальный случай там, с другой стороны, либо мы говорим вот в контексте нашей страны именно так. Говоря про Голландию, да, опять же, да, нужно вот там, консилиум врачей, психологов и так далее, насколько вообще вот там, все солидарны, начиная в первую очередь с самого человека, что он там это понимает. Ну вот, например, в таком случае человек, ну, он не хочет жить, он дает это заявление, но с другой стороны врачи обследуют и говорят, да, там можно сделать то-то, например, то есть человека заставлять, чтобы он ходил по врачам, например, по психиатрам, по психологам, что с ним делать, если они не одобряют, но человеку, ну, по его личному ощущению, не помогает ничего. Это же целый чисто этический вопрос. Давайте просто попробуем перейти к тому, как в этой ситуации, что в этой ситуации делает психолог. Ну, то есть, вот давайте так, я просто постараюсь немножко мотивацию, да, мотивацию уже упоминали, вот как спортсмена мотивировать, да, там, к тому, чтобы к победе стремиться, то всегда можно найти мотивацию для того, чтобы продолжать либо после поражения, либо после какого-то шока, которым является подобный там диагноз обычно, да. Вот, можете про это если побольше рассказать, как людей мотивируют? Ну, здесь... Мотивация – это очень индивидуальная вещь, которая завязана в первую очередь на восприятие человеком окружающего мира, то есть на ценности, которые он разделяет. Если для человека есть ценность в спорте высоких достижений добиваться своей цели, то как бы для него это будет значимая мотивация. Если у человека ему это не значимо, то какие бы танцы перед ним бы не танцевали, это фактически невозможно. То есть всегда психологическая работа она предполагает взаимодействие. Вот, то есть, если как мы говорим. Как выяснить, получается, у человека, что же является его ценностью? Ну, для начала стоит спросить, потом стоит посмотреть, как бы, что он реально делает и так далее. Люди, которые не заинтересованы в спортивных достижениях, вряд ли будут заниматься спортом. Вряд ли дойдут до того уровня, где к ним как бы обязательно представлены два психолога, когда мы говорим про спорт высоких достижений. Вот, здесь как бы зависит именно от человека, то есть не существует какой-то волшебной палочки или волшебной таблетки, которая замотивирует человека сделать все что угодно, если он сам того не хочет. Ой, серьезно, то есть у каждого там высокого, не знаю, там, скажем, футболиста у Месси
Ну, есть два психолога? Ну, обязательно, как бы, да. Ну, то есть обычно это идет два специалиста, то есть когда мы говорим про спорт высоких достижений, то есть спорт высшего уровня, то есть минимум два специалиста, по-моему, всегда представлены. Вот. У нас не уверена в количестве. Может быть один. Я могу про футболистов вот ответить. Я, к сожалению, уже не помню. Я когда-то увлекался футболом. Вот. А как зовут тренера Арсенала, вот знаменитого самого? Нашел кого спросить у двух девочек. Вот, Арсен Венгер, да. И он же пришел в Арсенал в 90-х годах. И он вел как раз-таки, ну, будем называть это модой, да, хотя это было оправдано, что помимо врачей, диетологов, да, работающих с футболистами, обязательно есть психологи, да, которые работают с ними, отслеживают их мотивацию, в каком они вообще настроении, эмоциональном состоянии, потому что, ну, без этого действительно, вот как говорит Витя, невозможно достичь высоких результатов каких-то. А говоря про конкретные методики, они, с одной стороны, индивидуальны, но есть общие, да, есть там прямые, вот спросить, а есть разнообразные там проективные, да, определенным образом построенные интервью, которые нам помогают выявить, ну, то есть правду он нам неправду говорит. Ну, и... Да, ну, разные плюс три минусы. Ну и, безусловно, да, лучше, поскольку это качественные методики, то есть это не то, что дает вот мы все однозначно можем интерпретировать. Поэтому лучше, если это как минимум два человека. Это то, что позволяет улучшить качество результатов, что, скорее всего, да, мы вот провели там два интервью независимых психолога, и мы, скорее всего, найдем истинное зерно, чем если я один проведу, да, и сделаю какой-то вывод. Да, иначе просто солиться в диаду, и там уже будет... Ну да. Да, там уже никто не... Там уже может и не психотерапия, или не консультирование будет. Побочный вот. Надеюсь... Ответили на ваши вопросы? Главное, что нас вернулись в Афанасе. У меня вот такой вопрос. Я когда оказываюсь в конкурентной среде или в сложной ситуации, ну, например, там тройная, да, для всего курса, я такой думаю, ну, какому-нибудь человеку по-любому хуже, чем мне. Или там какой-то человек, ну, по-любому есть такой человек, который хуже всех написал, условно. Ну, всегда есть такой человек, который объективный. Вот, мне интересно, ну, наверное, такие люди обращаются к психологу, к вам в частности. Вот что они чувствуют? Их это не волнует или наоборот волнует? Или, ну, как они переживают? И как такого человека, который объективно, ну, или субъективно, ну, не лох, просто хуже в данной конкретной ситуации, как ему психолог помогает? То есть человек... Если существует какой-то объективный критерий, который его опускает, то ну, то есть человек, который переживает очень глубокую ситуацию неуспеха, правильно я понимаю? Ну, возможно. И он обращается по этому, с этим запросом. Он говорит, возможно, мне кажется, что это обычно что такое запрос. Они обращаются, это не важно. Нет, ну вообще ситуация, то есть как бы ну, такого глубокого неуспеха, то есть когда это сильное эмоциональное переживание, то как бы обычно люди обращаются к психологу в этом состоянии. Вот, бывает у них такое, они просто не всегда обычно признаются, что они обращаются именно с этим. Да. Вот. Но тем не менее, как бы да, люди обращаются, и всегда, ну, с моей точки зрения, работа психологически начинается со снятия психоэмоционального напряжения. То есть, чтобы человек более-менее как бы пришел в адекватное функциональное состояние, чтобы с ним можно было взаимодействовать. Вот. А дальше уже, ну, можно как бы посмотреть на ситуацию под разными точками зрения. О том, что как бы если как бы всех рыб измерять по тому, как они хорошо лазят по деревьям, то, наверное, как бы мы очень плохое представление составим о рыбах. Расширим вот. Вопрос. Вот есть как какой-то объективный критерий, да, который вам не позволяет там, вы не можете помочь своему клиенту, потому что он объективно не удовлетворяет этому критерию. Психолог тогда считает допустимым придумать какой-то там обходной путь. Ну, начинает эту точку зрения, вот, как вы говорите, перестраивать, чтобы искусственным образом как бы, ну, поднять настроение с конкретно. Манипулировать? Понятно? Мы можем это переформулировать как ситуацию, ну, как бы отправления к другому специалисту? То есть вопрос в том, что, например, ко мне пришел клиент, и я понимаю, что я не могу ему помочь, да? Нет, вы понимаете, что он говорит, у меня такая жизнь плохая. Можно пример? Да. Вот. К вам пришел человек, он говорит, у меня плохая тяжелая жизнь, зарплата 5000 рублей, да. Есть нечего и так далее. Вы объективно понимаете, да, это так, там жена его бьет или муж его ее бьет, вот. Вы понимаете, что да, это так, вы прямо вот сейчас ничего не можете делать, и мне интересно ваши дальнейшие действия. Вы начинаете придумывать какую-то альтернативу, например, реальность или что, в которой ему комфортно жить. Ну, во-первых, человек очень редко приходит с таким прям запросом, да, что у меня и то, и другое, и третье.
Обычно он приходит как с чем-то, ну, вот, психотерапевтический запрос – это то, с чем человек хочет работать в данный момент, на чем он хочет сфокусироваться. И вот, ну, из моей практики это очень редко бывает из мира материальных вещей. Чаще это именно эмоциональные переживания, связанные с чем-то. То есть, например, у него маленькая зарплата, но его не беспокоит фактически маленькая зарплата. Его беспокоит то, что он, например, не может свою жену обеспечить, да, и, соответственно, жена на это как-то реагирует. И вот в этом контексте мы будем работать с его отношениями между ним и женой, да, вообще, как такая ситуация сложилась, жена вообще подписывалась на такую зарплату, то есть вообще как, почему ты к этому пришел, часто ли это повторяется, может быть, это родительский сценарий, ну, то есть тут очень-очень индивидуально. А что значит родительский сценарий? Ага, родительский сценарий – это то, что человек повторяет в своей жизни, чаще неосознанно, копируя это со своей родительской семьи. Причем это не всегда прям просматривается досконально. Иногда он ведет себя как раз вычурно противоположным образом по отношению к родительским, то есть стереотипам. Вот, но это все равно как бы из крайности в крайность получается ситуация, как бы и отношения в этом случае часто неуспешны. То есть, ну, да, либо он начинает. Да, прошу прощения. Либо он начинает протестовать, да, после этого, например, там у женщины. Она выросла в семье, в которой у нее отец был алкоголик. Она находит себе такого алкоголика и считает, что вот она-то его спасет. Вот мать не смогла, а она спасет. Но это не лежит на поверхности. Человек с этим не приходит, до этого нужно дойти. Или наоборот, какого-нибудь зожника, который на самом деле оказывается таким очень как бы, ну, доминантным, авторитарным, склонным к насилию. Вот. То есть такая тоже альтернатива бывает. То есть вопрос, если, например, у меня родители развелись, с большой вероятностью я психологически настроена на то, чтобы тоже когда-нибудь развестись. Нет, не с большой вероятностью. Если есть какая-то... Все хорошо. Все хорошо. Да. Но если есть какая-то эмоциональная фиксация на этом, то есть когда она становится осознанно и больше, условно говоря, незначима, то есть это, ну, это такая, условно говоря, мина, которая существует. Если она обезврежена, то есть как бы там из нее вынут взрыватель как бы в ходе работы с психологом, то тогда как бы с ней можно жить. То есть как бы, ну, обезвреженная мина, она не опасна. Либо ты сама это вполне здорово прошла, то есть тебе хватило своих ресурсов. Не обязательно, нужно пройти это самому. Да, да, да. Просто пережить, что это как бы больше не какой-то вот эмоциональный, не эмоциональный гэп. То есть вот если человек приходит на прием к психологу и начинает рассказывать, например, про побои там или еще что-нибудь такое, ну вот как вот пример с семьей был, то психолог он должен как-то отреагировать с точки зрения закона, обратиться в полицию, или он не имеет права разглашать? В текущей юридической ситуации нет, не должен. Но как бы этический кодекс психолога, который как бы является, ну, рекомендательной конвенцией, предполагает, что да, психолог обязан об этом сообщить. Но он уведомляет клиента об этом. Потому что как бы, если вы как бы, будете говорить о вещах, которые нарушают уголовный кодекс, то я как бы буду об этом обязан сообщить. А вот я еще читала в интернете историю, там, где девушка пришла к психологу государственному, и она начала жаловаться на то, что у нее есть суицидальные какие-то настроения. И ее психолог спрашивает, типа, а когда вы последний раз думали об этом? Она говорит, я там позавчера там, типа, что-то такое планировала. И психолог, ну, не знаю, сколько правдива эта история, неправдива, вызвал санитаров, и ее упаковали в больничку. Вот это вообще как бы реальная ситуация? Или это вымысел какой-то, у нас в стране так не поступали? Вот я не знаю. Ну, если высокий риск суицида, то как бы суицид рассматривается как патологическое поведение и является основанием для принудительной госпитализации, да. Да, это реальный случай. То есть, когда человек угрожает себе и окружающим, как бы это одно, это первый признак психического, не патологического поведения. Да, но если мы касаемся законодательства, как Витя сказал, мы можем ничего не делать. То есть это этический вопрос для каждого психолога. То есть если бы она, например, пришла не в государственную клинику, а в частную, то это был бы этический вопрос? Не факт. Ну, то есть это зависит от самого психолога, который ее принимает. Если он видит, что, не знаю, у него в одной руке бритва, то... То есть это тоже как бы индивидуально? Да. Вы помните, сериал такой был «13 причин почему»? Ну, то есть здесь тоже с другой стороны просто подход. Отличный сериал. Да, нет федерального закона о психологической помощи пока что, он в разработке, да, и поэтому если что-то такое говорится на приеме, что потенциально, да, попадает там под административное правонарушение или уголовное, то это уже там, больше на совести психолога остается, то есть говорить или не говорить. Да, психолог у вас Да. Вот поэтому я не консультирую.
Тут вся толкость в том, чтобы оценить этот риск суицида. То есть есть люди, которые вычурно любят разглагольствовать о том, как они, ну они никогда этого не сделают, и это можно понять. Есть люди, которые ты вдруг обнаруживаешь, что у него эта мысль была, и это гораздо более опасный симптом, потому что есть, например, исследование, которое говорит, что люди, которые говорят о своем суициде, его реже совершают, чем те, которые скрывают. Есть какие-то в поведении все равно маркеры, которые указывают на этот риск. Вот. То есть, например, человек такой говорит, а вот у меня от бабушки осталось там сколько-то рецептурных препаратов. Вот. Если их все принять, как бы, то встретишься с создателем. То есть как бы просто так между делом упомянул. Вот, так тоже бывает. Наверное, задали злободневный вопрос. Скажите, а как в бытовых условиях справляться со стрессом, тревогой? Да. Можно уточнить, какой стресс, какая тревога, чего она касается? Стресс мы, в принципе, всегда испытываем, то есть стресс не физический. Жизнь – это вообще стресс. Да. Кортизол вырабатывается всегда в разных количествах. То есть это стресс такой, который вызывает парасуицидальное поведение, что вы начинаете себя резать, или это стресс такой, что вы ходите кругами по комнате, или это стресс, что вы не можете заснуть. То есть тут… Или наоборот, спите слишком много. Да. Мне кажется, это на самом деле главный вопрос, что если стресс приводит к какому-то негативному эффекту, то мы уже начинаем что-то с этим делать. Да, просто чтобы сказать что, нужно бы знать вот именно. Да, почему, чуть-чуть зачем. Чуть-чуть конкретнее уже. Как бы, допустим, какие-то бытовые рабочие ситуации, которые вызывают напряжение. Пример? Какие? А в чем появляется? Типа того, боишься сдавать отчет, не знаю, трудно дышать, закрыто поздно, не знаю, не хочется идти на работу. Вот это разные вещи, потому что трудно дышать – это паническая атака, это симптом панического. Да, один из, спасибо. Потому что нужно посмотреть, вот, там, например, да, вам трудно дышать, что еще у вас, учащаетесь сердцебиение или нет? Вам страшно выйти из комнаты в этот момент или нет? Есть ли шум в ушах, меркнет свет? То есть, все-таки это паническая атака, либо это просто и нужно успокоиться. Да, либо высокая тревожность. Можно я про защитную позу шуткану? Вот у нас у всех, да, Витенька вышел из защитной позы, у нас у всех есть один элемент защитной позы, потому что мы сидим перед большой толпой людей. То есть, или просто ручки затекают. Или просто ручки затекают, да. То есть, знаете, вот эта знаменитая история, что чувак стоит на автобусной остановке, и вот он, вот у него закрытая поза, или он в туалет хочет. Или просто холодно. Да, или просто холодно. Потому что закрытые позы, например, ну не нужно бороться. Для чего? Ваш организм вас пытается защитить. От напряжения. Это скорее один из способов уже какой-то предпринятый организмом. То есть принудительно, что называется, занимать открытую позу, как бы это, ну, то есть должно быть оправданное действие. То есть либо это публичное выступление, это как бы понимаешь, потому что как бы уговариваешь свою внутреннюю ящерицу, потому что как бы ситуация не опасна, как бы можно расслабиться. Либо же ты совершаешь над собой усилия. Да. Которые... Можно обязательно задать вопрос? Сейчас, секундочку, а мы ответили? Да, мы ответили на эти вопросы. Ну, не совсем касательно этого, но в плане закрытых поз, вот этого вот всего, собственно, ну, основные социальные навыки люди приобретают обычно в детстве, собственно. Если этот этап пропущен, человек может это как-то нарастать в будущем, ну, потому что проблемы с коммуникацией, там, напряжение с людьми, как это может быть, ну, психотерапии какие-то конкретные, и чем может человек себе помочь? Я тоже хочу ответить. Давай, хорошо, давай. А, я отвечу? Да, отвечу. Но вообще, если пропущен этап детства, то, возможно, даже не научился говорить. Так что тут... Нет, в смысле... Но, я так понимаю, мы не берем такой крайний случай, да? Я хочу сказать общий тезис. Не всему мы учимся в детстве. Не все берется от детства. Да, безусловно, очень многое и так далее, потому что это тот период, там, когда мозг очень-очень многому учится, и он готов этому учиться. Но... у нас впереди еще целая жизнь после детства. Да? Это подростковый период, юношеский, даже взрослая жизнь, когда мы тоже много-много чему учимся. И поэтому он может в процессе, да, если какие-то. Если разбить все-таки жизнь данные этапы и говорить, что на этом этапе возникла какая-то проблема, и она закрепилась в не очень адаптированной форме поведения, то ее можно изменить в будущем. И можно изменить в подростковой стадии, можно изменить во взрослой стадии. Да, вопрос в том, что чем дальше, тем это будет сложнее. Например, если у человека какая-то постоянная проблема возникала там в общении с противоположным полом, предположим, да, и
Но возникает на протяжении всей его жизни, как ему кажется, он только в 45 лет приходит там, к психологу, то, скорее всего, будет очень сложно переучиться. Потому что, ну, и мозг уже такой, да, он не такой гибкий. И он уже устоявшаяся личность как себя воспринимает. Ему сложно слышать, что можно что-то по-другому. Чаще всего там будет запрос, потому что мир какой-то такой странный. Вот, как бы его поменять. Да, абсолютно верно. Да, также есть тренинги социальных навыков, например. Это подходит для людей, у которых ну, какие-то небольшие проблемы. Я неловко веду себя в компании. Но чаще всего из моего опыта тут необходимо подтверждение другим человеком, в этом случае выступает психотерапевт, того, что человек ведет себя нормально. То есть, например, ты не всегда оказываешься в центре внимания, и это нормально, давай попробуем провести эксперимент и понаблюдаем, все ли всегда в центре внимания, например. Ответили? Да, вот там давно был вопрос. Да, вопрос у меня был следующий, ну, такой достаточно общий. Я недавно обратил внимание на то, что есть такая проблема, что вообще люди в общей своей массе, в том числе и я, не особо психологически грамотны, однако некоторые базовые знания в области психологии вообще говоря не лишние. То есть когда я сам ну, в рамках общей эрудиции стал изучать какие-то вопросы элементарные, касающиеся работы ЦНС и психологии, мне стало жить немножко легче. Вот. Вопрос такой, есть ли какие-то программы, может быть, вы знаете о том, что они есть в каких-то других странах, где пытаются детям привить какие-то основы психологии. Но это такой общий, может быть, это не так важно. И второе, откуда обычный человек может черпнуть такую базовую психологическую грамотность вообще? Где найти этот источник? Ну, я просто обращаю внимание на детей, потому что, как вы только что обратили внимание, действительно, ригидность с возрастом увеличивается, мозг становится менее гибким, и как бы чем позже, тем сложнее принимать эту информацию на самом деле. Вот. Особенно о себе. Можно меня быстро триггернет на гибкость мозга? Все-таки это, ну, как бы пластичность сохраняется в ходе жизни. Да, естественно, ребенок чуть более податлив и более открыт новому, но это не значит, что взрослый мозг вот совсем закоренел. Его можно, тоже можно менять. Простите, меня триггернуло. Да, пока он жив, еще что-то можно менять. Просто меня вот с своей бабушкой пообщался, и ее мозг уже нельзя изменить. Она просто не хочет. Да, она не хочет. Ну, то есть, как бы, он может измениться, но как бы она не хочет. Может, она не хочет, ладно. Простите, да. Шутку. Да, вернемся к вопросу психологической грамотности. Вот, но опять же, не существует каких-то прям универсальных таких вот источников, из которого как бы вы приобретете психологическую грамотность, которая убережет вас от всех шарлатанов от психологии навсегда и всех ваших близких. Вот. Но стоит начинать с каких-то, ну, действительно базовых знаний. То есть, как бы есть как бы институты, то есть, чья достоверность подкреплена. То есть, лекции находятся в открытом доступе. То есть, например, вот. Это общая психология. Да. Ой, а можно я попрошу вас просто как-нибудь списочек мне дать, и я потом выложу в группу? Ну, то есть, просто можно даже без линков, просто какой-то список, там, не знаю, очень популярных книжек. Еще чего-нибудь, ты просто срочно прочитал. Ну да, скорее интересуют именно какие-то более-менее общие курсы, потому что я психологом становиться не собираюсь, но тем не менее информация... Ну, здесь, опять же, психология, это, ну, как сказать, чем больше узнаешь, тем, как бы, понимаешь, как бы, что горизонт все дальше и дальше отодвигается, то есть, и тут, то есть, до конца, то есть, как-то, прям, вот, узнать невозможно. Я, вот, наверное, дополню, да, еще, ребят, про программы, там, для детей, да, по психологии, вот, как у нас физики учат, там, с детства, можно сказать, да, или с детства знаний, да, все-таки обычно. Мне лично грустно, что в России такого нет, вот, потому что ну, хоть какие-то... Это в частности. В частности, да, школах. То есть, да, это не на общеобразовательном уровне. Насколько я лично знаком, это есть в скандинавских странах. Да, там вот чему-то начинают учить. Вот, про США не могу сказать, знаю, вот в скандинавских. Вот, а если говорить вот про вас, да, что вы можете там посмотреть, мы, конечно, список сделаем, но вот первое, что мне приходит на ум, и я сам даже иногда смотрю, вот особенно темы, в которых, мне кажется, я так немножко плаваю, мне интересно, приятно слушать, это постнаука, вот, мне кажется, да. А из таких научно-популярных книжек именно в России мне приходит Констанцева на ум. Вот. Асенко, Гиппенрейтер. Ну, Гиппенрейтер, да, добавить. Вот одно из, действительно, вот Гиппенрейтер, введение в общую психологию. Да, вот она так и называет. Мы напишем, конечно. Да, она очень, очень простым языком. Вот. Не про все, конечно, но вот что-то базовое дает. И главное, там вот не в такой форме, что это вот именно все вот так вот. Да. Там скорее, что подумать, вот это сейчас так.
И, по-моему, вообще без терминов она обходится. То есть да, очень легко. Да, то есть, ну, настольная книжка первого курса, то есть, ну, вот фундамент такой хороший. Спасибо, жду тогда от вас какой-нибудь список, какого-то обозримого времени. Вопрос. Так, скажите, пожалуйста, какие, если вы знаете, существуют в мире методики психологической реабилитации людей, которые пережили опыт бездомности? Где об этом можно почитать? Ну, почитать, как бы это нужно вооружиться гуглом, но насколько вот я помню, здесь как бы именно про бездомность, это как бы всегда палка о двух концах. Обстоятельства ли привели к этому человеку, или человек последовательно сам идет к ситуации бездомности. Я помню, что в Европе был проведен эксперимент, когда их поместили, как бы, ну вот им создали условия, то есть у каждого было отдельное жилье, как бы была какая-то базовые деньги для того, чтобы жить, как бы у них была возможность работать, и, по-моему, весьма многие вернулись снова к тому образу жизни, который вели. Потому что как бы они в нем себя чувствуют комфортно. Если человек как бы действительно сам хочет реабилитироваться из бездомности, то с этим, по-моему, неплохо справляются государственные программы. То есть просто идет как бы вторичная социализация. Ну, я как волонтер работаю бездомный, с моим паспортом. Нет, но здесь опять же они говорят, что не хотят выбраться из бездомности, то есть, но предпринимают ли они достаточно действительно усилий для этого? Ну, вы понимаете, как сказать, очень сложно принимать достаточно усилий, когда ты просыпаешься с утра и, ну, как сказать, твой горизонт планирования, это часов 12, потому что ты думаешь, а где тебе поесть, а когда ты поел, ты думаешь, где тебе уже спать. И вот, ну, твой горизонт планирования, это несколько часов, и он очень... Ну, по-моему, ситуация, особенно последние пару лет, она меняется в положительную сторону, то есть появляются социальные гостиницы, социальные столовые. Вот, то есть ситуация не так безнадежна, как это было в нулевые 90-е. Ну, да, разумеется. Но я просто слышала, что вот какие-то известные цифры, что вроде как на реабилитацию нужно в два раза больше времени, чем человек провел на улице. Есть такое? Ну, это... опять же, очень индивидуально это зависит. Вот, вот человек. Это есть такой тезис просто общий, что на выход из проблемы нужно столько же времени, сколько и на вход. Но он достаточно спорный. А вот вы не вспомните название вот этого эксперимента? Надо посмотреть, то есть как бы история была, как бы, ну мне нужно, как бы мне это нужно посмотреть. Но тем не менее можем опять же тоже добавить в наш ритм. А можно немножко девушке ответить? Я волонтерила в свое время тоже с бездомными людьми и одновременно с животными. Вот я поняла, что животные, они гораздо благодарнее любого бездомного человека. Потому что они могут говорить все, что угодно. Они будут носить помощь, они будут вам благодарны, они иногда, да, вот. Но вместе с тем, когда начинаешь пробивать эти фамилии по соцзащитам, еще что-то, понимаешь, что чтобы у этих людей не случалось в жизни, им давали жилье, ну, там, центр бомж, например, да, им давали питание, им давали, ну, способным, ходячим, давали шанс работать, еще что-то, им давали медицинскую помощь. Как, ну вот какие-то элементарные вещи, чтобы ты мог нормально существовать как человек, все это им дается. Но существуют правила. Нельзя парком возить баб, нельзя ничего употреблять, не нужно бухать, материться. Ну, это простые правила общества. Далеко не все это выдерживают. Они уходят на улицу. Они мерзнут, они теряют ноги, потом они говорят, что вот, а меня выгнали оттуда, а потому что вот там места не хватает, и лучше они возьмут ходячего, чем меня. Это бред, это неправда. Потому что они не соблюдают правила. И после первого предупреждения их выкидывают на улицу. И правильно делают вообще. Человек сам хозяин своей судьбы будет пассивно отдающим. Лучше помогать человеку. Они всегда помогают, и они всегда не виноваты. Скажите, пожалуйста, про такой термин victim blaming. Последний мой вопрос. Как сказать, это опять же вопрос этики. Victim blaming? Ну, окей, нет, смотри, я на самом деле могу прокомментировать только один момент. Была замечательная выставка, на которой была выставлена только одежда девушек, которые, к сожалению, пережили изнасилование. И, ну, как бы, и главный посыл выставки в том, что это самая обычная одежда. Это не мини-юбки, не знаю, это не какие-то открытые топики, это самая обыкновенная одежда. Но мне кажется, да, что в основном это больше культурный феномен. Причем... Андрей, возвращаясь, да, возвращаясь даже вот к изначальному вопросу, что такое психология, да, мы ответили, что вопрос, ответа на самом деле на него, к сожалению, такого общего нет. И что-то вот конкретно, какие-то
частные области мы стараемся изучать, рассматривать и дальше все собирать воедино. И отвечать даже вот на такой, с одной стороны, вроде конкретный вопрос, да, как помочь бездомным, как их реабилитировать, нельзя дать единого рецепта и сказать то, что вот эти миллион бездомных могут снова стать там с домами, жить нормально, если они сделают все вот это. Потому что все люди разные, у всех абсолютно разная жизненная ситуация. И да, можно что-то сделать общее, да, вот там предоставить какие-то реабилитационные дома и так далее. Но в любом случае будут крайние случаи, где люди успешно вышли это, и крайние случаи, где люди ушли только еще на большее дно. Вот. И все, ну, как бы мы не придем сейчас к какому-то рецепту, а уйдем только в какие-то частности. Ну, не, разумеется, я просто думала, что может быть есть какая-то статистика, но если нет, значит. Ну, мы посмотрим, да, вот статью, которую, как я понял, да, про эксперимент, а более что-то конкретное, к сожалению, Вопрос. Да. Мне все-таки интересно про эластичность мозга. Расскажите подробнее, пожалуйста, как она делается. Сколько часов у меня есть? Давай попробуем чуть конкретнее сформулировать. Как меняется эффективность мозга со временем и с возрастом? Ну, очевидно, эффективность немножко снижается, особенно если вообще никак мозг не напрягать. Наверное, здесь можно торжественно развеять миф. Наши нервные клетки восстанавливаются, у нас есть специальный... Вот, кстати, тот же самый гиппокамп, вообще моя любимая часть мозга, он еще умеет новые нейроны делать. Так что у нас у всех появляются новые нервные клетки. Но, в принципе, есть такое понятие, как старение мозга, то есть мозг может немножко усыхать, то есть он становится... ну, как бы очевидно, да, понятен термин. Потом, естественно, есть такое понятие, как деменция или болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона. Это все в основном старческие заболевания, которые частично предусловлены генетически, но при этом все равно они влияют на производительность мозга и, естественно, снижают его пластичность. Я слышала еще про людей, что в 35-почти реально лучше совсем не язык. Нет, это зависит все от, ну, то есть, очевидно, ребенок, там, не знаю, я боюсь сейчас соврать, до скольки лет, допустим, до 10-12, гораздо более восприимчив к тому, чтобы выучить новый язык, поэтому есть дети билингвы, или, например, если ребенок, не знаю, в возрасте 5-6 лет переехал из одной страны в другую, он еще помнит язык первой страны, может выучить язык второй. Да, собственно, вот среди моих друзей есть совершенно феноменальный мальчик, его родители переезжали несколько раз, поэтому он к 4 годам знал английский, французский и русский. Они переехали из России в Канаду, в Канаде 2 государственных языка. То есть для ребенка действительно выучить новый язык гораздо проще. Почему ребенку проще? У него меньше информации в мозге? Нет, у него не меньше информации, просто конкретные регионы мозга, которые отвечают за выучивание языка, они формируются еще только у ребенка, и он просто, на самом деле, мозг ребенка не знает, у него нет потолка, он не знает, что он должен выучить один язык. Если он слышит 2 языка, он такой, ну хорошо, выучу 2. Слышит 3, выучу 3, да. А потом, когда мы становимся взрослыми, эти области уже не столь готовы. Под вниз книжку положить, то есть когда вот уже как бы надстройка есть, то есть очень тяжело туда снова подпихнуть. Ну да, язык, то есть их нужно как-то метафора. Да, подпинывать, условно говоря, разгонять снова, активировать, чтобы выучить уже новый язык во взрослом возрасте. А после 35 лет, наоборот, полезно учить язык. Да, ну, очень полезно, 50, да, чтобы там... как раз мозг не усыхал и сохранял пластичность. Потому что обучение языку какому-либо новому, это систематическое обучение обычно, да? А для мозга это очень полезно, в том плане, что он как раз-таки не высыхает, не костенеет, менее ригидный становится. И держите. Да. И, кстати, да, такая еще милая ремарка. Ну, мне кажется, это в тему. Наверняка все видели вот эти вот развивающие тестики из серии «Делай упражнения 10 минут в день в каком-нибудь приложении, и ты станешь умнее, и мозг не засохнет» и так далее. Это все фигня. На самом деле, если вы делаете эти упражнения, то вы очень хорошо научаетесь выполнять эти упражнения. Но это никак не влияет на вашу способность мозга в целом что-то делать. Я все кроссворды. Сейчас мне бабушка очень много решает кроссворды и думает, что это ей поможет. Ну, ну
вот действительно, с возрастом это помогает, да. Но фишка кроссворда в том, что он гораздо сложнее, чем задачки вот в этих приложениях. То есть кроссворд — это, ну, как бы активация семантической памяти, тебе нужно вспомнить слово по описанию и его вписать. Это такая как бы сложная работа. А не знаю, учиться запоминать все больше и больше и больше ряды картинок. Цифр или, да, или больше картинок. Это именно механистическое упражнение. Вот еще история про изучение языков, что невозможно просто взять, сесть и выучить язык, пока нет ответа на вопрос «Зачем?». Я хочу регулярно ездить в эту страну. У меня есть человек, который говорит на этом языке. Если вам просто хочется выучить условный итальянский, то... Ну, как вариант. Не, ну если есть друзья эльфы, с которыми можно поговорить на эльфийском, то тогда язык выучивается гораздо легче. То есть, если просто так на фоне полного благополучия вам захотелось выучить язык, то это вряд ли. История увенчается успехом, если нет ответа на вопрос «Зачем?». Ну, да. Там вопрос был, да? Да, у меня вопрос. Вот Полина сказала насчет конкретных каких-то зон мозга. То есть, известны какие-то зоны мозга, которые активизируются при изучении языков? Зон Брака и зон Верники. Да. Ну я решила не пугать людей локализацией. Брака — это моторный центр речи, Верники — это слуховой центр речи. У нас есть два центра речи. У большинства правшей они расположены в левом полушарии, у большинства левшей они расположены или в правом, или в левом. Там не такая точная локализация. Это такой вопрос. Вот, в последнее время известен некий метод транскраниальной стимуляции мозга. Вот, насколько он научный? Он абсолютно научный. Транскраниальная стимуляция мозга — это такой очень прикольный метод, который позволяет с помощью магнитного поля активировать или, наоборот, деактивировать какие-то конкретные группы клеток мозга. Это как на гиг-пикнике, там такие штучки, там каждый мог прийти, там все. Нет, на гиг-пикнике, скорее всего, вам прикрепляли обычные электроды, это была энцефалограмма. Да. Или босс там мог быть, биологическая обратная связь. А ТМС очень сложна в наведении, ее не могли вынести на гиг-пикнике. Но они это называли ТМС. Зря. Они имели, я знаю, что там в чем разница. Это вы имеете в виду, в которой с катушки, с помощью катушки индукционной. ТМС большой. Это с катушкой, да. А это имели в виду прямым током стимуляции. Да. Или там 9 вольт. Ну, это значит, это был электрод, а не да, ТМС. Да, да. ТМС, вот, кстати, про ТМС пока неизвестно. Это настолько новый метод, что мы до конца не знаем, вдруг у него есть какие-то отложенные побочные эффекты. ТМС это новый вы метод. Вы говорите, что это значит не ложный метод, что это, доказательный. Ну как проводится доказательство таких методов? Просто экспериментально? Нет, но он работает. Физический механизм. Какой механизм? Ну, физический механизм. Да, конечно, есть физический механизм. Я не просто так сказала, что это, ну, как бы это транскраниальная магнитная стимуляция. Вот меня сейчас физики, если что, поправят, но как бы сейчас движение катушки создает электрическое да. поле, правильно? Да. Отлично. Yes. Вот, ну, как бы, вот вам физическая основа метода. Нет, я понимаю, что движение катушки с током создает магнитное поле. Но как это магнитное поле влияет на клетку? Вообще весь наш мозг сейчас постоянно продуцирует очень легкую электрическую активность. Любая точка контакта двух нейронов, синапс, это передача легкого электрического тока. Один электрон будет, например. Ну, примерно. В зоне Брока, в зоне Верники там миллионы этих нейронов и... Ну, всего в нашем мозге около 78 миллиардов, если уж так сразу. Ну, как бы, а в чем вопрос? То есть, да, мы можем действительно активировать какую-то конкретную группу клеток. Конкретно с ТМС были прекрасные эксперименты, которые позволяют выключать зону Брака, и человек ничего не может сказать, потому что зона его мозга, которая отвечает за продукцию речи, выключена. Нет передачи биоэлектрических импульсов. Да, она в данный момент неактивна. Вот, и как бы... Проводка будет. Ну, в какой-то мере, да, временно выключили. Можно обрубить проводку, можно, если мы большое магнитное поле, весь ток будет отклоняться. Да? Нет, это нужно человеку усадить на место, нужно, чтобы он дал на это согласие. Как бы, по-моему, эффект, он все равно, мозг пластичен, через какое-то время все равно человек снова начинает говорить. Есть компенсаторное, как бы соседнее полушарие, в зависимости от того, правое или левое активно. Да, ну и, например, если это левша, ему можно пытаться действительно, ну, как бы загасить вот зону Брака в левом полушарии, а у него все это в правом полушарии. Да, он продолжит говорить. Нет, ну просто у меня в чем вопрос, то есть, как вы сказали, там миллиарды нейронов, да? Вот в физике, например, существует такое понятие, как моделирование физических процессов. То есть это берется мощный компьютер, в них загоняются там большие массивы данных. И все это моделируется, там даже, ну не знаю, то есть. Сложность очень сильно возрастает в количеством независимо от отдельных каких-то либо сталкивающихся атомов, либо там каких-то ячеек работающих независимо, да. Вот каким образом
Вы знаете, что как можно магнитной симуляции заставлять работать нейроны правильнее, чем они работают? А мы не говорили, что мы заставляем работать нейроны правильнее. ТМС — это такая вкл-выкл. Как бы тут не про правильнее, просто сильнее, слабее, работает, не работает. Да, без хирургического вмешательства влиять на работу мозга. Вот. То есть, как бы это просто иной метод влияния на работу мозга. Раньше это делалось хирургически. То есть, например, в клинике Александра Лури он имел дело с большим количеством пулевых ранений в голову. И, то есть там они были выключены физически, эти области, и наблюдал различные нарушения в деятельности человека. Речи, мышления, памяти и так далее. То есть иногда нужно просто выключить, и человек будет как бы все тогда станет лучше, так? Нет, не обязательно. Зависит от индивидуального мозга. То есть, собственно. Ну, ТМС сейчас не применяют для лечения. Угу. То есть, действительно, там, не знаю, например, вот СДВГ. В ситуации с СДВГ стандартная ситуация, что лимбическая система активна. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Стандартная ситуация, что лимбическая система активна как у взрослого человека, а префронтальная кора, которая вот находится спереди и должна на самом деле контролировать и отвечает за осознанное поведение, она недостаточно активна. И, в принципе, чисто теоретически, если с помощью транскраниальной магнитной стимуляции усилить активацию префронтальной коры, или то надо притормозить. Ну да, или потормозить лимбическую систему, но это сложнее, потому что она в глубине там навести сложнее. То на какое-то время, пока вот будет сохраняться этот эффект активации, человек перестанет страдать от СДВГ. Что, собственно, происходит, когда они принимают правозаключенный амфетамин, который называется риталином. То есть он как раз стимулирует активность дофамина, что как бы усиливает деятельность коры головного мозга и повышается критичность у детей. То есть есть потенциал такой лечения психиатрических заболеваний, например, эндогенная депрессия, еще какие-то элементы. Но эндогенные депрессии, они как раз больше связаны с химическим фоном мозга. То есть здесь как бы, это придется с собой носить постоянно эту штуку. Вот, и плюс ко всему, как бы она все равно приведет рано или поздно к истощению. То есть либо мозг как бы научится обходить заблокированные области, то есть тут нет, как бы пока не видно потенциала, то есть для того, чтобы этот метод как бы стал чем-то большим, чем способом изучения коры головного мозга. Но мы его ищем. Да. Ну как? Мы найдем со временем. Когда-нибудь найдем, да. Давайте. А вот вы изучаете все проблемы мозга на живых людях? У вас нет какой-то модели, там, не знаю, компьютерный еще что-то? Если вы знаете, что если говорите, есть секрет. Тайное масонское общество психологии. Мы не используем магию вне Хогвартса. Нет, конечно. Какие же были у тебя? Нет, два момента. Во-первых, сейчас есть отдельное направление создания коннектома. Это как раз вот история, а давайте построим карту, как вот каждый нейрончик связан с каждым нейрончиком. И вот как раз вот эта вот модель, если мы когда-нибудь ее построим, потому что это безумно сложно, она сможет предсказывать, как же оно все работает. Но мы этим развлекаемся уже минимум лет 10, а то и 15, и пока ничего такого внятного не построили. А вообще, да, главная прелесть транскраниальной магнитной стимуляции, что она позволяет на добровольцах, на здоровых добровольцах временно выключить какую-то зону и посмотреть, а за что она вообще отвечала. Я добавлю, да, мы в основном эксперименты проводятся на живых людях, и это и хорошо, и плохо. Вот, по какой причине? Потому что, хорошо, что мы вживую наблюдаем, да, а плохо, что не всегда наблюдаем то, что хотим, да, или ожидаем. И говоря к вопросу о математической какой-то модели, есть куча разных проектов глобальных, по-моему, называется Blue Brain, и какие-то еще два, я их не помню, как называется, а Human Project, по-моему, называется. Да, Human Project, да. Blue Brain. И приблизительно у них одинаковые задачи, это смоделировать человеческое поведение на уровне, собственно говоря, поведения, познавательных процессов, эмоциональных и волевых процессов. Но все это начинается с самого мелкого, то есть уровня клеток, да, и вот так вот постепенно, там, по максимуму пока что дошли до червя, если не ошибаюсь. Вот. В общем, до человека еще очень-очень далеко, и тут привлекаются мощности огромного количества компьютеров по всей планете. Поэтому чаще всего эти проекты, они, между странами разбросаны. Но до этого очень еще далеко, да. Но надежду дает квантовые компьютеры. Для них построение нейросети будет, легкой задачей, как калькулятор. Да. Сначала нужен квантовый компьютер. Какая мелочь. Давай уже ближе.
подождем немножко. Мы подпишем. Надеемся, да. Тут было много. Да. Немножко менять тему. Экстраверты и интроверты. Да, экстраверты получают какой-то там позитивный заряд, но больше, да, чем интроверты, когда вот они вращаются в обществе. Ну, мы классическое определение. Продолжайте. Типа, и, допустим, экстраверт оказался на необитаемом острове. Какого рода активность он может, ну, условно говоря, то есть оказался без общения. Какого рода активности могут заменить вот это вот, чтобы не терять это вещество внутри, да, чтобы, ну, хотя бы отчасти компенсировать и, ну, внутреннее возвращение позитива, да, этот заряд может сделать. Собственно. Может быть, сначала расскажем, да, какие экстраверты и интроверты? Нет, здесь именно про необитаемый остров. Я думаю, что вы хорошо помните фильм «Изгой» с Томом Хэнксом, где он, собственно, разговаривал с мячиком, где была нарисована голова, и он ему говорит о том, что Уилсон, лучше мы погибнем в море, чем здесь сойдем с ума. То есть, собственно, Даниэль Дефо как бы был прекрасным романтиком, но он заблуждался. Все известные случаи, когда человек принудительно оказывался в изоляции, он со временем постепенно деградировал. То есть это не святые, не отшельники, не аскеты. Это как бы люди, которые просто в силу вынужденных обстоятельств оказывались изолированы. Вот, то есть как бы они этого не хотели сами, и в этой ситуации человек гораздо, как бы, скорее всего, деградирует. Ну, прошу прощения, секундочку. Это просто благополюзия. На самом деле ситуация просто. Человек как бы, ну, например, оказался в ситуации, что ему... Ну, он его в том или ином виде найдет. Какая активность может компенсировать, да, чтобы стимулировать эти вот, я не знаю, биохимические процессы в голове, да, чтобы выделять, то есть, вот какие-то там... Человек начинает разговаривать сам с собой. Нет, это он с ума сходит. Нет, не обязательно, это просто компенсирует. Нет, ну, например, вот человек говорит, вот, ну, пришел в банк, мне не хватает общения, да, я экстраверт, ты там, то, что ты, не знаю, вот, ты чувствуешь заряд энергии. Но вот так или иначе, там, не знаю, я оказался в новый, я переехал в новый город, пока я там не знаю, и вот, не знаю, у меня чувство как бы падает себе. У вас есть интернет? Нет, вы говорите как бы очень абстрактную картину о том, что человеку не хватает общения. То есть как бы у него, либо он как бы не знает средств, как ему найти больше общения, либо ему на самом деле не общения не хватает, он просто как бы... Ну, так это называют. Человек продолжает общаться, например, по чату, там, по ВКонтакте, с друзьями. Это компенсирует отчасти. Есть всякие чаты-рулетки, еще что-то. Вот вопрос, имея это, ему не хватает общения, либо он... не знает, что он может так компенсировать. Боже, я подумал, ну, то есть есть какое-то, ну, то есть, я не знаю, как, вот, заняться, учить играть на инструменте, потому что... Нет, общение с людьми – это базовая потребность, которая обычно суррогатами не заменяется. То есть ее нельзя заменить, там, не знаю, спортом, там, здоровым питанием, йогой, тренажерами. Нет, она, то есть, не заменяется, это базовая потребность. Если она не удовлетворена, то как бы человеку ее каким-то образом компенсирует. Вот. И как бы действительно иногда диалог как бы с самим собой позволяет человеку как бы в каком-то виде как бы спастись от одиночества. Это вполне нормальная ситуация. То есть то, что дети, например, в возрасте от 5 до 9 лет переживают как бы, ну, воображаемых друзей. То есть как бы в этот период это вообще норма. Вот. Да, за рубежом у них вообще отдельная тема изучения психологии воображаемых друзей. Ну. Да, можно про интроверт, экстраверт, что хотела сказать? Я на самом деле. Нет, ну я на самом деле хотела попросить кого-нибудь из ребят сказать более четкое определение. Ну, во-первых, экстраверсия и интроверсия – это очень условный термин. Человек не может быть абсолютно экстравертом, интровертом. Кроме того, у него, ну, как бы значение этой шкалы, континуума, меняется в ситуации от ситуации. То есть, например, со своей женой я могу быть экстравертом, в большой компании я могу быть интровертом. Вот. Это не абсолютные. Да, то есть это вот не два, ну как бы это два полюса, но полюсы шкалы. Тут в этой шкале еще нужно понимать, что именно называется по интроверсии, экстраверсии. В ее первоначальном смысле, который вкладывал Юнг, он говорил про черту характера. И чаще всего, когда мы говорим про характер, это что-то такое, что мы сформировали на протяжении взросления, воспитания, да. А в психологии, ну вот, например, в более поздней, очень часто про экстраверсию и интроверсию говорят в рамках черты темперамента, то есть то, что нам присуще физиологически. Да, это изначально больше обусловлено генетически. Но в общепринятой классификации, которая называется «Большая пятерка», это пять личностных черт, которые встречаются
ну, во всех культурах, по крайней мере, на данный момент, как считается, это, ну, в нее входит, в общем, это экстраверсия и интроверсия, да, там она считается как черта характера, вот, и, да, говорит то, что, в общем, это человек экстраверт или интроверт, ну, очень так, спорный вопрос, в общем, он может быть разный в разных ситуациях. У меня есть классный вопрос. Я знаю, что такое депрессия с точки зрения мозга. Могу ли я сдать какой-нибудь анализ и точно узнать, что у меня депрессия? Или это я могу только поговорить с своим психиатром или психотерапевтом, и он мне скажет, да, у тебя депрессия. Анализы есть какие-нибудь? Здесь, да, действительно, есть анализы, как бы общей химии мозга, то есть ее можно изучить, посмотреть, можно посмотреть активность различных зон мозга на МРТ, да. А, то есть это МРТ и все? Почему МРТ и анализы? МРТ и анализ крови, анализ крови. Не обязательно еще есть анализ слюны, то есть как бы весь наш организм это как бы большая химическая лаборатория, то есть как бы взяв один из маркеров, мы то есть можем пронаблюдать как бы очень много. Здесь зависит опять же от сложности анализа, его стоимости и как бы ну действительно не в нем потребности. Вот, собственно, про диагностику депрессии. Есть опросники. Ну да, да опросники, это я все прекрасно понимаю, я просто сама ходила, и мне такие, ну у тебя депрессия, такая, ну блин, чем докажешь? Ну вот, я как-то не поверила. Ну, вот. Еще у меня есть вопрос из чата. Это сейчас будет интересно. Сейчас я сразу занимала. Вроде как ты слышал цитату. Психология — это лженаука, так все зарождается в мозге. Можно ли сказать, и пришли ли к какому-то выводу вообще, что важнее, мозг, нейробиология или социальная среда, психология? Это еще будет интереснее. Еще дальше интереснее. Диалектика единства двух факторов. То есть невозможно сказать, как бы, какое полушарие человеку важнее, правое или левое. Оба как бы важны, какая рука важнее и так далее. Поэтому, когда как бы, хочется, мы действительно можно смотреть на мир исключительно с точки зрения того, что все задано мозгом, то есть как бы коллективная рефлексология, попытки предпринимать объектов и сеченов. Вот, описать все, как бы привязываясь к сложным социальным рефлексам, как бы книжки написали большие, как бы умные, а отношения к реальной жизни не имеют никакого. Вот. Ну, я же сказал про правое и левое полушарие. Сейчас, давай я. На самом деле, это, кажется... это просто две равнозначные, я приводил пример двух равнозначных вещей. Не, мы не потеряемся. На самом деле, мне кажется, можно это назвать. Ну, то есть вот в этом вопросе прозвучало две базовых проблемы, которые мы еще не решили. Первая проблема, так называемая психофизическая проблема, соотношение мозга и психики, как вот все наше психическое привязано вот к мозгу, к набору клеточек. У нас нет четкого ответа на этот вопрос. Это психофизическая проблема. Ответ на нее ищут психологи, нейробиологи, философы и вот все те, кому это интересно. Вторая проблема — это проблема nature-nurture, ну, то есть генетика и окружающая среда. На нее мы тоже пока не нашли ответа. То есть как бы что важнее. Вот. Вот, а добавляя к первому вопросу, пришла ли психология там, к пониманию, что это больше мозг, да, или социальные процессы, можно почитать очень интересную книжку «Психология сознания» Ревенсу, где он рассказывает современные теории вообще решения психофизической проблемы. Там вот очень-очень много интересного. Ну, еще есть книжка Криса Фрита, прямо называется «Мозг и душа». Я ее не читал. Вот, а у меня вопрос, то есть разве все эти социальные штуки, они разве не влияют на мозг? Почему мы их рассматриваем порознь? То есть нейрофизиологию, и социальные какие-то вещи. Мне кажется, что все равно социальные вещи влияют на наш мозг, и все равно ну, просто как, когда мы находимся в непосредственно реальной жизни, как бы, ну, это пока вопрос просто технической задачи, то есть отловить человека, привязать к нему МРТ, как бы, и посмотреть, что происходит в его мозге. Ко всему, МРТ, как бы, оно дает нам определенные представления, но не отвечает конкретно на вопрос, мы не можем с его помощью читать мысли. Вот. Мы как можем посмотреть просто активность, как бы есть эмоциональная активность. Скорее всего, эмоциональная активность, то есть вот такая, что-то среднее между агрессией и отвращением, как бы что-то среднее между радостью и удивлением, то есть когда человек смотрит фильм или рекламный ролик. Ну, что-то среднее между физической болью и болью от расставания с любимым человеком. Ну да, как бы, потому что как бы, центры боли, они реальные, то есть это все как бы идет в одну примерно кучку. В общем, если можно было надеть на добровольцев костюм незаметный, прозрачный, который снимал бы ЭГЭ, ЭКГ, данные МРТ, и он бы ничего не весил, и эти данные постоянно перекачивались бы на какие-нибудь серваки, где могли бы психологи это проанализировать, посмотреть, это бы облегчило понимание вообще базовых психических процессов и связало бы
базовые психические процессы с социальными, да. Но вот что точно есть, да, в нейронауках есть такое направление, которое так называется social neuroscience. Вот, и они как раз таки больше задаются вопросом, а как это в жизни, ну то есть как это вот в социальном окружении, да, и там есть много, ну, я читал просто статей про как уровень гормонов связан там с эмпатией в повседневной жизни и так далее. Но все равно как бы остается главная проблема изучения любых социальных взаимодействий, что одно дело изучать социальные взаимодействия в лаборатории, вот вы привели двух людей и такие, ну взаимодействуйте, давайте, а мы вас поизучаем. А совершенно другое дело, как люди взаимодействуют в реальной среде, и огромное количество лабораторных методов нельзя вот принести и надеть на человека и понять, что происходит. Скажем, опять же, факт вообще, знает человек о том, что за ним наблюдает, или не знает о том, что за ним наблюдает. Вопрос. Да, вот так вот. Можно спросить, а вот были такие случаи, когда операционно удаляли одну из долей мозга, и другая доля, она как бы перенимала функции той? Как такое вообще возможно? Легко и просто. Не-не, подожди. Сначала, дело в том, что у нас есть два полушария. Речь идет о полушариях? Да. Хорошо, да, потому что дольки есть только в мозжечке. В общем, да, действительно, если в... Ну, как бы, на самом деле, опять же, зависит от возраста, но, в принципе, мозг настолько пластичен, что при удалении даже очень большого куска оставшийся кусок старается максимально компенсировать все функции. Он для этого и есть. То есть зеркальность мозга, как бы, особенно новейшего мозга, то есть она и возникает именно с позиции компенсации. То есть даже то, что у нас за правую сторону тела отвечает левое полушарие, а за, собственно, правое и наоборот, это тоже как бы эволюционный механизм, который нам позволяет адаптироваться. То есть если нас, условно говоря, бьют как бы в голову с права, то есть как бы, что мы можем с этой стороны отбиваться, потому что с левой полушарие нас защищает. Вот, ну, по-моему, как бы он именно так формировался, этот перекрест. Вот. То есть как бы вся система настроена на дубляж, то есть как бы на самоподдержание. Все равно мозг, как пластичная динамическая система, он на, то есть на определенном этапе он все равно придет к максимальной адаптации. Вот. Поэтому его задача. Ну и такое summary, у нас очень мало непарных органов. Вот. Собственно, да. И как можно жить с одной почкой, с одним легким, там, не знаю, с чем-нибудь еще одним, точно так же, в принципе, можно жить с одним полушарием, да, с одним глазом. Я поняла, спасибо. Девушка, там был вопрос, может. Что происходит с мозгом с точки зрения химии, биохимии, как антидепрессанты вообще работают? На пальцах объясните. Вот, ну смотрите, обычно это какая-то системная депривация мозга, связанная, которая приводит часто к изменению химического баланса. Действительно, причина у депрессии всегда два корня – социальные и физические. Первый момент. Второй момент, что депрессия возникает только в сложно организованных сообществах. То есть людей, которые занимаются примитивным физическим трудом, то есть обычно они не страдают от депрессии. То есть когда начинается какая-то интеллектуальная работа, требующая каких-то сложных навыков, работа за станками, за компьютерами, написание текстов, то есть какая-то креативная работа, именно там уже возникают как бы, ну, симптомы депрессии. Вот. Третий момент, что действительно всегда мозг наш ищет серотонин-дофаминовый баланс, и, собственно, препараты позволяют его найти. Но здесь нужно понимать, что, ну, как бы то, что говорят, жить на антидепрессантах – это очень большое заблуждение. Обычно как бы какой-то длительный курс приводит к изменению модели поведения, изменение модели поведения приводит к изменению окружения человека, его социальных условий, что, собственно, приводит к улучшению качества его жизни. Вот. Вроде три момента. Нечего добавить. Про обратный захват. Ну, то есть, вот на самом деле, очень часто, как бы, здесь это важно, просто вот буквально вчера мы с одной моей приятельницей это обсуждали, что, как бы, ингибитор обратного захвата серотонина. Что это значит? Что у вас в нейроне выбрасывается серотонин, как бы, в норме он забирается обратно, то есть, его избытки. Лекарство препятствует этому забору, и его остается больше. То есть таким образом организм начинает вырабатывать больше вещества, и выработка серотонина благодаря препаратам она увеличится. То есть организм привыкает, что как бы ему придется вырабатывать больше серотонина, что и как раз приводит к качественному изменению работы мозга. Вот. То есть механизм действия именно такой. Вот. Да. Девушка, по поводу изучения науки методов научных изолированных и неизолированных. Насколько я знаю, существует две основных парадигмы, собственно, рефлекторная и условно-системный подход. Два таких подхода. И, собственно, в основном лабораторные исследования, они идут в рефлекторном подходе. То есть, например, берут кролика, обездвиживают его, там,
ставят его на искусственное дыхание, обезвизывают ему глаза, закапывают капельки, чтобы зрачки там, и проверяют его зрительные рефлексы, разумеется, не так, как в реальности, где происходит. И вот есть ли какие-то альтернативные методы или в этом вообще ступор? Ну, тут как бы такой момент, что когда мы говорим о рефлексах, рефлекс по определению одинаково проявляется в лабораторной среде и в реальной среде. Неважно, доктор в кабинете ударит тебя по коленке, или я сейчас подойду и ударю по коленке в нужном месте, нога все равно дернется. Коленный рефлекс, он как бы есть и будет. И он даже неосознанный, то есть он проходит через спинной мозг и до головного не доходит. То есть на самом деле огромное количество вещей, несмотря ни на что, можно изучать в лаборатории. Как бы в лаборатории сложно изучать социальные вещи. Как бы ты же не можешь... Ну вот, собственно, не знаю, мое любимое исследование, вот как можно изучить, какие зоны мозга активируются, когда люди занимаются сексом. Есть только один способ — засунуть их в томограф. Ну как бы это нужны конкретные добровольцы, и как бы большой вопрос, насколько им там удобно. Да, то есть действительно ли это будет тот сексуальный акт, который протекает у них за закрытой дверью, то есть когда им комфортно, или тоже не будут заниматься этим в целях эксперимента. Вот, то есть это ну, совершенно два разных сексуальных акта. Абсолютно. Спасибо. Часто встречаю людей, которые проходят реабилитацию после войны, вот, и как долго нужно проходить реабилитацию? Ведь люди попадаются разные, хотя бы выпали в одно время, и, казалось бы, видели одинаковые, но попадаются какие-то нормальные, а какие-то уже совсем. Если я правильно вас понимаю, то это то, что называется посттравматическое стрессовое расстройство. Опять же, которое и показывает всю индивидуальность человеческой психики. То есть для одного человека как это пройдет условно бесследно, но бесследно ничего не проходит, но это не вызовет у него каких-то патологических реакций. Он не будет думать, что он как бы по-прежнему находится на войне и так далее. А реабилитация может протекать всю жизнь. То есть настолько глубокой может быть травма, перенесенная человеком после, как бы после такой сильной травмы, что ему придется всю жизнь поддерживающую терапию проходить. Mm-hmm. Вот. То есть здесь опять же индивидуально, не всегда они хотят это делать. Медикаментозная терапия может быть в конце жизни. Вопрос? Понятно, что например, в 19 веке психологи не имели нормальных методов изучения мозга. Вот, и, в принципе, та база, которая была тогда, она базировалась в основном на философии, на каких-то наблюдениях, на субъективном опыте психолога. Вот, ну, собственно, за 20 век много чего изменилось. Но я хотел спросить о методиках, которые существуют не в древней крае науки, а у практикующих психологов. Насколько в какой мере они базируются на философских каких-то вещах и в какой мере они базируются на наших знаниях об устройстве мозга? Вот. Ну как-то. Мне кажется, это вопрос про видотерапию, нет? Ну, для начала изучения мозга. Ну, это было ответвление от вопроса психологии, это уже наука. Вопрос, какие методы сейчас есть у психологии? Окей. Ну. Ты меня поправишь, если правильно, да, можно так вообще... сказать. Какие современные методы и на чем они базируются? Можно так сказать, да. Насколько сильно они базируются на философской базе, насколько сильно они базируются на... Методы изучения мозга, да? Не только мозг вообще. Нет, ну в принципе, да, в арсенал психологии входят очень конкретные методы изучения мозга, которые мы уже упоминали. ТМС, транскраниальная магнитная стимуляция, ФМРТ, функциональная магнитно-резонансная томография, электроэнцефалограмма. То есть это очень конкретные методы, у которых есть очень четкий физический базис. Кроме того, есть разные направления терапии, например, когнитивно-бихевиоральная психотерапия, она максимально основана на вот нейробиологических данных, на том, что и как мы знаем, она очень часто сопровождается конкретной медикаментозной поддержкой. Вот. Ну и вообще психология как наука появилась в самом конце 19 века. Так вот. У нас было не так много времени, чтобы разработать много методов. Ну, я добавлю, да, что, вот как сказала Полина, есть много методов физических, да, но очень часто вы, наверное, сами сталкивались, слышали, что всякие есть тесты, опросники, да, наверняка, мне кажется, каждый из вас хоть раз в жизни что-то похожее проходил. И вот вопрос про лженауку.
это то, что и создает очень часто впечатление в психологии как лженауки, потому что нормальный тест или опросник психологический, любой вам психолог с хорошим образованием или который хорошо учится, он скажет, что он занимает ну, минимум 30 минут, ну ладно, 20 минут минимум. То есть он часто очень проработанный, очень длинный, большой и не всегда с супер четкими интерпретациями, потому что несколько экспертов должны их интерпретировать. Почему они такие длинные, почему они такие долгие? Ну, во-первых, чтобы что-то выявить, да, нужно задать очень много вопросов. А еще второе, почему их очень часто много некачественных. Очень сложно их выработать такими, которые будут соответствовать так называемым психометрическим критериям. Это те критерии, которые определяют, что тест, во-первых, изучает то, что он заявляет изучать, например, тест на интеллект, да, у него там самые высокие критерии к вот этому параметру, то, что он изучает, то, что изучает. И второе – надежность. Ну, я там остальные опущу, вот как бы самых два главных, да, то, что он изучает, то, что говорит, да, и второе – это надежность. Надежность – это когда независимо, когда этот тест был пройден или в каких условиях, он покажет одинаковый результат. Вот, и таких очень мало, их сложно прорабатывать. Да, и чаще всего хорошие тесты это в коммерческих организациях, которые работают с организациями и говорят, что мы для вашей компании сделаем тест, например, на интеллект. Вы сможете отбирать там руководителей или программистов. Ну, я вот сейчас говорю, наверное, про две категории специалистов, которые чаще всего проходят тест на интеллект. Да? Ну, где высокие еще критерии? Ну, как бы сразу не изучал, руководитель должен быть очень умным. Ну и вот тоже опять же тест на интеллект. Днем люди умнее, чем утром и вечером. То есть если мы берем средний, то есть как бы проводим тест на интеллект утром или вечером, то как бы люди, у которых разные ритмы мозга, то как бы они, кто-то активируется утром, кто-то активируется вечером. Но кто-то вечером полностью выключается или утром как бы еще ему нужно время, чтобы проснуться. Поэтому в этот период, если мы проводим тестирование на интеллект в среднем как бы будут, то результаты ниже, чем если мы проводим в обеденное время. Вот, это как бы, ну, это статистически значимые тесты. Что? А какие, например, общедоступные тесты можно назвать? Мне кажется, MMPI, UTPI, большая пятерка. Да, MMPI, большая пятерка. Темная триада. Five, Keto. Да. Да. 16. Мы можем, да, мы видим, добавим их в список. Мы можем сделать список. Единственное, что их нельзя интерпретировать, но вот особенно про MMPI просто сказали, их нельзя интерпретировать самостоятельно или там через интернет. Да, в любом случае нужно экспертное мнение. И в любом случае те тесты, которые вы находите в интернете, они чаще всего уже утратили, ну, как раз таки свою эффективность и надежность. Тесты, ну, периодически нужно менять вопросы, формулировки. Люди меняются, социальное окружение меняется. И, например, вопрос, который там 50 лет про аптекаря был актуален, сейчас не очень актуален, потому что аптекарь редко ассоциируется с врачом. А тогда он ассоциировался, например. Это я просто сейчас такой пример. Еще нужно понимать то, что у хороших компьютерных тестов, которые доступны, условно говоря, он дает вам два заключения. Одно он отправляет вам, а второе вашему психологу. И они разные. Потому что это уже еще отдельный навык психолога, это умение давать обратную связь. Да? Психолог немножко другую картину должен видеть, а человек, который получает обратную связь в другом виде, чтобы он понял так, как нужно. Ну и в принципе еще всегда нужно много тестов. То есть нельзя что-то сказать по одному тесту, надо посмотреть общую картину по нескольким хотя бы. Вопрос? Расскажите о самой странной вещи, которую вы слышали в процессе учебы или работы. Я не могу разглашать данные моих клиентов. Нет, ты можешь разглашать так, чтобы их нельзя было идентифицировать. Да, без имен можешь. Не так, чтобы их нельзя было идентифицировать, то есть даже косвенные признаки, которые могут вывести. Отличный случай, да. Не вспомни, что я слышал от других, их слишком много я всего слышал за свое время учебы. Но я хорошо помню свою мысль, когда я поступал вот, на факультет. Да, я читал описание кафедры, куда я хочу поступить, да, это социальная кафедра. Я думал, вот, политика, вот я научусь вот, управлять людьми, да, вот классно, мне дадут эти методы. И сейчас, вот спустя там 8 лет обучения, да, я понял, что насколько вот эта мысль была, ну, глупа.
в том плане, что нет каких-то конкретных методов. Да, наивно, да, больше, что нет каких-то конкретных методов, а что на самом деле есть просто много разных теорий, и непонятно, эффективны они или нет, но можно их там использовать. И очень часто вот слышишь, в принципе, от других людей: слушай, ну ты же психолог. Да, вот это ты вот мем. Ты же психолог. Я тебе сейчас расскажу ситуацию, скажи, прав я или нет. Расскажи что-нибудь обо мне. Да, или расскажи что-нибудь обо мне. Вот до сих пор помню, как мы были в Египте, да, и египтянин говорит: а вы психологи, да? Я такой: да, мы психологи. А вы мысли, да, читаете? Вот вы сейчас знаете, о чем я думаю? Я только сижу, мне так и хочется ему сказать: ну да, я знаю, о чем ты думаешь, ты вот до этого думал, как задать этот вопрос. Вот максимум, что можно сказать. Не, ну у меня на самом деле самый странный случай был, что человек почему-то достроил логическую цепочку и решил, что раз я психолог, то я, видимо, одновременно врач-педиатр и психиатр широкого профиля. И спросил серия, а какие таблетки мне пить, там не помню от чего. Пришлось отдельно объяснять, что я не фармацевт, не медик, не психиатр, как бы это совсем другое. Мне бы хотелось узнать, что для вас именно является странным. Но мы вообще-то дружим между собой. Спасибо большое, оценили. У вас есть, я не знаю, кто-то из вас там женат замужем. Как вот вы, да, Вы, кстати, обсуждали, да, сегодня потом? Как вы вообще живете с этим? То есть вы же знаете, наверное, больше, чем... То есть я, например, знаю физику, но мне вот это же знание, работа в обычной жизни вообще ни разу не помогает. В кулинарии. А? В кулинарии. Ну да, что вода под закрытой крышкой вскипит быстрее, чем под открытой. Да, какие-то там банальные элементарные штуки. А вот мне кажется, что у вас немножко должно быть все по-другому. Если я думала, что психологам жить сложнее, и вот именно поэтому... Поэтому они женятся. Да, обычно психологи, они как-то склонны к союзу с психологами. Вот мы наблюдали как раз, статистику подводили. Вот, собственно, то, что... Психология — это одна из таких профессий, которая, ну вот она неотделима от жизни. То же самое, как, например, профессия актера. То есть нельзя сказать, что, например, актер в какой-то ситуации не актер. То есть как бы он сохраняет какие-то навыки, которые у него есть на протяжении всей, как бы, ну, своей повседневной жизни всегда. То же самое и для психолога. Но вот именно психологами мы становимся, когда мы находимся на работе, когда мы находимся в ситуации, что мы реализуем свою профессиональную деятельность. Вот, вне как бы стен, то есть как бы, ну, кабинета, где мы являемся специалистами, профессионалами, мы вполне себе обычные люди. Вот, нормально. То есть маму и бабушку вы не пытаетесь там психологически? А это четкий запрет, ни в коем случае. Это не случайно, получается автоматически случайно. То есть я, например, фактически знаю, что при закрытой крышке вода будет скипать, я поэтому сюда буду закрывать все нужно, чтобы она быстрее скипела. А вот это просто происходит автоматом, а у вас не происходит? Можно поговорить, да? Вот у меня, например, я совсем недавно пронаблюдала такой эффект, что я прям чувствую, когда у меня включается и выключается психотерапевтическое слушание. То есть я сидела в кафе со своей одной знакомой, и она говорила мне про своего психолога, и я прям почувствовала, что я такая хоба, и начала ее выявлять, у нее запрос. Я себя остановила и вернулась в обычную жизнь. Ну, то есть получается, что можно разделять. Угу. Вот. А так, ну, слегка немного компетентен, достают вопросы, ты же психолог. Чтобы это не был фитнес-тренер, человек, с которым ты познакомился на вечеринке за 5 минут, когда он узнает, что ты психолог, не скажи что-нибудь тебе. Ну, что-нибудь. И вот это, наверное, самое обучающее. Да, то есть это не такая универсальная вещь, то есть действительно психологического эффекта можно добиться только во взаимодействии. То есть, возможно, какие-то вещи там мы слышим чуть точнее, что человек, например, в каких-то моментах проговаривается, или, например, как бы высказывает какое-то, ну, свое как бессознательное желание, но не более того. То есть это как бы, ну, просто, то есть такие очень поверхностные вещи, которые, ну, если ты не начинаешь дальше вступать с человеком какие-то психотерапевтические коммуникации, ты все равно не выявишь, а ты их не вступишь, потому что вы не находитесь в ситуации терапии, то есть, и поэтому здесь это немножко не так работает. Я могу, кстати, добавить вот один случай вот с тобой у нас был. Подожди. Про депрессию как раз, кстати. Я чего-то не знаю. Смешно получилось, я уже начал рассказывать. Говори уже. Вот, я работаю, да, и у меня, ну, много сотрудников есть. Я периодически с ними разговариваю просто.
Вот, и, ну, у меня был разговор, да, там, просто поговорили, вот, и я обычно делюсь там с Александрой, женой своей, вот, что да как, да. И она мне как бы подсказывает, говорит, слушай, а тебе не показалось, что вот ты вот это сейчас сказал, ты сам придумал, да, или человек реально так сказал? Я говорю, нет, ну, вот, реально так сказал, да, мы еще поразбирали, и выяснилось, что на самом деле это маркер депрессии. Вот. А у меня такая работа, ну и у моих сотрудников, которые, вот если у них есть депрессионное состояние, очень противопоказано, да, лучше менять сферу деятельности, потому что постоянный стресс, и он может спровоцировать депрессию. Ну, не дадут. Но я имею в виду, что у него было, ну, в тот момент у человека этого не депрессивное состояние еще. Вот. И мы порассуждали, и в итоге я снова начал говорить с этим сотрудником, да, и выяснилось, что там когда-то была депрессия, оказывается. Вот. И я в какой-то момент понял, что, ну, нужно с сотрудником расставаться. Ну, сделал это все максимально комфортно, да, это растянулось на месяцы, но долго вот с ним разговаривал, что, ну, как бы ты же понимаешь, да, вот сама тебе работа, наверное, не нравится, там, и так далее. А с точки зрения компании, работал человек хорошо. Это вот обидно, знаете. Но с точки зрения разговора личных, ты выяснял что-то такое, что ты даже не подумаешь, что он тебе говорит, что ну вот, мне вот это не нравится. Вообще там начинаю плохо высыпаться. А это все ведет к тому, что рано или поздно может возникнуть депрессия. И ну вот я лично работал в этой ситуации так, чтобы ну, человек максимально комфортно ушел и перестал работать. И сменил сферу деятельности. Иначе, ну, я не хочу набрать на себя такую ответственность, что у него возникнет депрессия. Да. Вот это больше к вопросу тому, что если ты один раз себя проинвестировал как психолог, ты всегда психолог, да, и ответственный, даже если не работаешь психологом. Да. Применяете ли вы свои знания к самому себе, то есть какая-то психологическая помощь самому себе, анализ самого себя, ну, грубо говоря, то есть вот такие... Сам себе психолог, это да, сам ну, себе знаете, стоматолог. Хирург, который может сам себе операцию сделать, наверное, вряд ли. Ну, вот разве что, как бы, и то, ну, то есть хирург не может сам себе проводить обычную операцию. Я как специалист постоянно прохожу личную психотерапию, как постоянно супервизию, без этого никак. Меня одной на меня не хватает. Я не вижу свои какие-то белые пятна и так далее. Есть методы, которые мы применяем, но вот что, ну, я думаю, у всех есть, это, да, вот какая-то метапознание, то есть есть какой-то еще дополнительный, как будто, в голове, как бы, знание, которое тебе позволяет, ну, такой, встать на ситуацию, посмотреть, а что бы, если бы это был бы мой кейс? Ну, то есть, вот, там, дают задание, да, какое-то по работе, ты за нее берешься, и иногда полезно так подумать, а что, если бы этот кейс я бы разбирал бы там в университете, да, или с коллегами, как бы я бы здесь, ну, вот, поменял. Потому что одно дело ты в ситуации, другое дело ты вот в ситуации эксперта. И вот психологическое образование, мне кажется, очень в этом помогает. Рефлексия, она чаще всего все-таки основана на предыдущем опыте. Вот. А я, наверное, говорю больше про то, что будет вот в будущем, когда я что-то планирую или разбираю. Но рефлексия, безусловно, конечно, присутствует. Не рефлексируют все люди, которые наделены сознанием и волей. Это как бы точно. Просто в разной степени. И какого результата от рефлексии мы ждем? Вот. Насколько я знаю, не все могут. Нет, если как бы у человека стоит... Да, давайте скажем, что такое рефлексия. Себя со стороны, без эмоций, скажем. Мы изменили. Это не... Нет, не совсем. Лучше скажите, что это такое рефлексия. Но когда мы говорим именно о рефлексии, это как бы есть попытка осознания себя и ситуации, то есть, собственно, отзеркаливание вообще протекающих. Не обязательно. Не обязательно. Нет, как можно вообще выключить эмоции? Эмоции являются базовым уровнем по отношению к когниции. Сначала лимбическая система, потом кора. То есть, как бы, собственно, мозг, он тоже работает точно так же, как и лифт. То есть, как бы, нельзя, то есть, не может этаж висеть в воздухе. Холодная. Нет, верхние этажи можно выключить, а нижние да. нет. Да, то есть так это не работает. То есть мы не можем избавить человека от переживаний и эмоционального состояния. То есть холодная объективная оценка – это очень большое заблуждение, это миф. Ну, или это психопатия. Ну сколько? 3,5%. Ну да, ну. Ну что, и то там она в разной степени выраженности и так далее. То есть прямо вот таких глубоких психопатов там, ну, меньше там, по-моему, 0,7, то есть там какие-то меньше процентов.
Ну, собственно, психопаты как раз люди, не способные к сопереживанию. Вот, в классике. Смотря какие. Ну, я же говорю, есть разные, но 3,5% у нас являются психопатами от популяции, плюс-минус километр. Вот, да, то есть в зависимости, опять же, от оттенка, от степени, там, где-то примерно, то есть глубокая психопатия, которая как раз говорит именно о психопатическом психозе и так далее, это как бы меньше 1%. Вот, это действительно люди, которые никогда не будут испытывать никаких эмоций. Вот, у них как бы все будет строиться именно на рацию и логике. Вот, но как бы они вполне себе заурядные ребята, как бы хорошо, если как бы их не привело окружающая ситуация к тому, что они стали садистами и так далее, как бы они просто вполне себе скучные ребята, они просто не способны к нормальной коммуникации. То есть за счет бедности эмоционального фона у них как раз и нет развития более сложных форм интеллекта и социального взаимодействия. Вот. Они вполне примитивны, это только в сериалах про Ганнибала Лектора, они такие очаровашки. Вот. На самом деле очень скучные люди, смертельно. Вопрос, потому что нам уже пора. Я точно знаю, что вы будете задавать еще вопросы, мы еще здесь немножко останемся и поговорим. Кстати, у меня есть вопросы с чатом, и я бы хотела с вами его задать. Что такое душа? Мы ждали. Да, я знала, поэтому я сдала. Что такое душа и что такое внутренний голос? Давайте про душу сначала, это реально проще. Он постоянно с вами разговаривает. Я постоянно разговариваю, потому что мои мысли. То есть я сама с собой постоянно, но я всегда разговариваю. Извините, Так, это у всех так. Просто не все себе в этом признаются. Что вам говорит ваш внутренний голос? Давайте про душу сначала. Вот психофизиологи не запариваются и считают, что ее нет. Надо как бы мозг исследовать и все. Все, да. Но это опять же какой-то. Но это опять же психофизическая проблема. Да, это не научный термин. То есть мы находимся, насколько я понимаю, в академической позиции. То есть есть как бы у людей свои, собственно, представления о том, как устроен мир, Вселенная и так далее. И как бы это их представление. То есть в академическом мире, то есть конструкт душа, он не используется. И в принципе, как-то ну, без него там вполне себе нормально, он там не нужен совершенно. Вот. То есть, когда мы говорим про какие-то наши социальные общения, мы говорим про какую-то третью сущность, но не про мозг и душу. Почему личность? Личность. То есть, межличностное общение. Личность это и есть ну, то, что мы называем социализированный темперамент. То есть личность это ценности человека, которого он усваивает, это его нормы социального поведения, смыслы, которые он принимает, что, например, так правильно, неправильно и так далее, и его опыт социального взаимодействия. Все эти как бы, компоненты они формируют человека как личность. Вне социума личность не формируется. Нет примеров личности вне социума. Хорошо. Что люди подразумевают под душой обычно? Потому что я никогда об этом не задумывалась, потому что у меня никогда души не существовало, поэтому я ничего не могу про это. Но надо спросить что? Людей, которые задают этот вопрос, что они имеют в виду под душой. Исторически душа ассоциируется с богом религиозным каким-то термином. Да. С другой стороны, с точки зрения Демокрита, это всего лишь скопление атомов огня. Вот. Ну как бы. Это уже философию, мы ушли далеко в Древнюю Грецию. Ну, смотрите, вот. Опять же, да, мы в академической среде про душу не говорим, потому что это непонятный конструкт, и не ясно, как с ним работать и как его определять, да. Если мы говорим про ну, вот, наше общество, да, российское, у нас главная религия – это православие. И предполагается, что есть у каждого человека душа, которая после смерти да, попадает в рай. Про это в психологии вообще не говорится, ну то есть от слова совсем. Потому что непонятно, как это доказать, непонятно, как это изучать, и вообще непонятно, что под этим подразумевается. Есть такое ортодоксальное, как мне кажется, течение, называется христианская психология, вот, но это вот про что-то, про другое, да. Но не все же можно потрогать. Как можно потрогать любовь, дружбу? Есть же понятие душевность. Подключить к человеку энцефалогу. Или ФМРТ. Поиграть с гормонами. Смотрите, здесь... Какие ощущения... вызывает душевный человек. Мы же чувствуем, что вот он душевный. Психотерапия, что такое? Лечение душой, своей душой, но лечим другого человека, разве не так? Можно я клевый эксперимент расскажу? Давай. Я хочу рассказать очень клевый эксперимент. Вот, знаете, вот такой же. Мы же можем про какого-то человека сказать, что он теплый. Угу. Так вот, был эксперимент, что если человек... Нет, что если человек держит в руках чашку с горячим чаем, то все остальные люди кажутся ему более теплыми. В личностном общении. Когда он просит оценить просто, что вы думаете о людях, то категория более позитивная, он высказывает, когда у него находится чашка чая в руках. Ну или кофе, то что это теплое, да. Реально, физически теплое. А
Там уже пиво действует, а не бутылки. Температура бутылки. Там ощущения удваиваются. Максимально добро. Речевой центр стормаживается. Да, да, там много всего интересного. Хорошо, без алкоголя. Социальный компонент. Да, но здесь требуется именно как раз дополнительные исследования. Можно как бы посмотреть, что меняется у человека в восприятии других людей с бокалом. У нас же испытуемый. Они уже знают об основной цели эксперимента, уже нет чистоты эксперимента. Откуда они знают, то и мы же не знаем. Да, мы же гипотезу не озвучиваем. Какие самые распространенные заблуждения психологии? Ой, это будет последний самый классный вопрос. Что мы используем мозг на 25%, или сколько там? На 10, о, давай, на 5, давай, на 10. Да. Все, что меньше 100%, ну, в общем, якобы, что мы не используем не весь потенциал нашего мозга. Это неправда, ну просто вот от слова совсем. Но нет, во-первых, коэффициента, с помощью которого мы можем померить, что там мы используем там, не знаю, 5-10-15%, да, а самое главное, мозг работает всегда. Да, иногда он, как сказать, более сосредоточен, более активен в том плане, что решает какую-то конкретную задачу, но даже когда мы спим, он работает, и нельзя сказать, что он делает менее важную работу, нежели если бы это был бы день, вы делали бы отчет, да, или решали бы какую-нибудь математическую задачу на контрольный. 25-й. Вот. 25-й кадр. Давай, что расскажешь? А чего я про него жить? 25-й кадр. Ну нет, ну что это за заблуждение? Заблуждение, да, что 25-го кадра действительно его нет, мозг не воспринимает просто его, и все, он не просачивается никуда в ваше подсознание и не заставляет вас что-то делать, что на нем написано. И тем более мозг не успевает его прочитать, он его просто не. И даже нельзя заставить сделать мозг то, что он делать не хочет. Вот, поэтому можете 25-м кадром транслировать все, что угодно, как бы если человек не склонен к этому поведению, ничего не будет. А человек может воспринимать только 24 кадра в секунду? У нас, да, так устроен, как бы наш... Ну, как зрительный анализатор так устроен. Так оно работает. Не, ну просто скорость восприятия. То есть, да, информация должна дойти и обработаться. Ну, я почему-то вижу разницу между видео 30 FPS и 60. Там все равно 24. Да, то есть это идет именно, как бы ваш мозг уже в данном случае, он достраивает картинку. Здесь идет именно про скорость предъявления кадров. То есть, как бы здесь, ну, вы больше не сможете, как бы, ну, вот, это просто предел вместимости, условно говоря. То есть, вот, как бы... Да. Ну, у тебя твой любимый заблуждение. Ну, я его, собственно... О, да, да, хорошо, да. Это одно из любимых, да. Самое сложное, кстати. Ну, как бы в целом у нас действительно есть два полушария, и действительно некоторые зоны мозга скорее сосредоточены в одном из полушарий. Вот я упоминала, что у правшей зоны Брака и Вернике, скорее всего, расположены в левом полушарии. Но как бы скорее всего вот жирно подчеркнуть, выделить маркером. Точно так же, как бы есть какие-то центры мозга, их прям так называют, например, центр удовольствия, центр жажды, центр голода, там их еще много разных. Но при этом важно понимать, что огромное количество вещей на уровне полушарий осуществляется двумя полушариями одновременно, и каждое полушарие делает какой-то свой вклад. И мы не можем, как дельфины, одним полушарием спать, а одним плыть. У нас всегда оба полушария активны. Да, но и говорить то, что один мозг там... Адресские способности, а другое женское и мужское полушарие. Женское и мужское. Да, как, кстати, да, единственное отличие женского и мужского мозга в толщине мозолистого тела, которое соединяет эти полушария. Все. А на что это влияет? Ну, это влияет на скорость передачи информации. И, кстати, есть точка зрения, что из-за этого женщинам проще формулировать свои мысли, потому что как бы анализ идет в правом полушарии, а зоны, ну, как бы речь в основном в левом. И типа женщины могут обмениваться и сказать, что же они думают и чувствуют. Да, еще, по-моему, я не знаю, меня сейчас Полина покроет или нет, специальный психолог. Еще это одна из точки зрения, то, что, ну, в организационной психологии очень часто наблюдается, что женщины более многозадачны, чем мужчины. Да, то есть они быстрее переключаются между какими-либо делами, а мужчинам нужно больше времени, чтобы включиться, сосредоточиться или переключиться. И вот тоже ну, объясняется вот мозолистым телом, да. Потому что больше межполушарных связей, чем у мужчин. Но это не значит, что кто-то будет хуже или лучше справляться в одной и той же сфере. Возможно, да, где-то прям супер критически важно, будет лучше там девушке справляться. Но не исключено, что у мужчины точно так же может быть развито так мозолистое тело. Да, то есть мужчина может сформировать эти связи путем тренировок. Это не то, что вот вы родились, и все, это количество связей зафиксировано.
они выращиваются. Ну, вы же говорите, что надо про среднее. Да, конечно. Да, 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 конечно. Мозг, конечно, да. Это все очень усредненное. Да, ну и вообще. Среднее это средний имеет, то есть статистическую значимость. Там, ко второму мифу, он не ко второму уже какому-то там мифу, что женщины умнее, что мужчина умнее женщин, да. По-моему, так это миф звучит, да? И очень часто показывается график, на котором показано, что, ну... Нет, тут появляется Мария Кюри, которая получила две Нобелевские премии. Ни одному человеку это не удавалось никогда. Да, ну, в общем, было очень долгое заблуждение, что там мужчина умнее женщин, потому что там женщины очень редко наблюдались в науке, да. Там, единственная Кюри, женщина получила вот. Две Нобелевские премии. Но когда у нас появились статистические результаты там, многих тестов на IQ, и особенно если мы делаем их в развитых странах, ну, где у женщин широкие права, мы видим, что результаты средние одинаковые. Вот. И чаще всего они обусловлены больше тем, что среда изначально такая, что, ну, почему-то там привыкли чаще видеть мужчин. Да? Ну, особенно это до сих пор наблюдается в академической среде. Психологической меньше, а девушек больше. Мне очень нравится миф, что психология обладает каким-то тайным знанием. Вот. Не существует никаких тайных знаний. Невозможно сделать ничего с человеком того, чего он не хочет, чтобы с ним сделали. То есть, если мы говорим о нормальной ситуации, то есть не какая-то патологическая ситуация там, тюрьмы, концлагеря и так далее. Поэтому как физики они представляют, как работает мир, что есть атомы, электроны, молекулы и так далее. То же самое и психологи. Мы знаем, что здесь активируются процессы внимания, мышления, эмоций, личности, смысла, восприятия, воли, речи и так далее. Но тем не менее мы не можем просто взять, щелкнуть и изменить законы физики. Точно так же можно наблюдать, как протекают психические процессы, но мы не можем по щелчку пальцев их взять и изменить. Вот. Нет, оно не нет, нет, это нет. Просто способ структурирования информации. Вот помните про душу говорили? Про академическую среду. Вот. Это просто способ структурирования информации, что как бы есть определенные вещи, что, например, порядок слов, он облегчает восприятие. Да, он облегчает восприятие. НЛП? НЛП это машинное обучение, все. Закрыть тему. Это красивый брендинг. В общем, хороший пиар. Многих разных психотехник, методик, которые взяли, как-то скомпоновали и сказали... И они эффективны. Да, они эффективны, они зрелищные. В своей области применения, да. Да, но там называть это нейролингвистическим программированием, да, и говорить, что я там мастер НЛП, но это все сейчас очень спорно. Да. При этом человек реально может быть эффективным, самое интересное. Человек с помощью НЛП нельзя заставить то, чего он сам не хотел делать. Да даже с помощью глубинного гипноза нельзя заставить делать. А убедить человека в том, что он хочет это сделать? Нет, нет. Нет, можно ли убедить человека, что он хочет, извините, что это... Ни один опыт с гипнозом не заставлял человека ни украсть, ни убить, ни сделать какое-то противоправное действие никогда. Если человек не хочет, то есть в лучшем случае это можно сделать какие-то фокусы ситуативные, то есть, например, что человек возьмет, откроет зонтик и будет ходить по комнате. Да, как бы человек сугестивный, который может погрузиться в глубокий гипноз, действительно проснется, возьмет зонтик и начнет ходить по комнате. Вот, там может прийти, например, в определенное время, как бы если дать ему такую установку. Но это просто как бы бульварные фокусы, ничего больше. А когда добровольно, ну там, скажем, какие-то украшения, драгоценности, деньги, цыганы не отдавали? Нет. А это нет? Фокусы, ну как? Ну это опять, это опять же тоже как бы... Цыганская магия. Здесь, опять же, цыгане находят тоже людей, которые, ну, которые в том или которые готовы, то есть они погружаются в этот транс. То есть они же тоже не первовстречного как бы могут... Это иллюзия. Это докажет, потому что часто это очень манипуляция вниманием, и чаще всего это манипуляция вниманием с тем человеком, который, как им кажется, по их опытному взгляду, уже, ну, более восприимчив. То есть человек не чувствует особой ценности, он, скорее всего, как бы достаточно обеспечен, как бы ему, его действительно можно... У вас есть какой-то явный кейс, который... Который мы можем... Нет, речь даже не про меня, но... У меня есть друг. Я знала эту ситуацию, знала этого человека. Скорее всего, человек был очень внимательный. Ну, человек болел, там был... А есть шутка, что если пьяный не сделаешь, то ты не разумеешь. Да, это верно. По поводу гипноза, гипнотерапия, да. То есть я читала, что это не рабочий метод в плане долгосрочного какого-то воздействия.
Да, ну то действительно, есть, это обман. Который не имеет длительного эффекта. Но это по сути обман человека. То есть просто немножечко более витиеватый. И поэтому все как бы способы кодирования от зависимости, они проваливаются. То есть человек со временем, он все равно снова начинает употреблять психоактивными веществами. Вот. Значимость этого. То есть, по сути, у всех гипнотерапевтов можно записать в графу шарлатана? Нет, не шарлатаны, просто их метод эффективен в их области применения. То есть мы, например, избавляем человека от зависимости, у него, например, появляется склонность переходить дорогу на красный свет. Вот, то есть, не терпит пустоты. То есть если мы что-то пытаемся засунуть куда-то под ковер, оно все равно где-то вылезет. Вот. Друзья, мне очень жаль, нам правда пора закрепляться. Значит, просто ты сейчас будет закрепляться не на нежной ноте, а на очень агрессивной ноте. Я хочу сказать спасибо, во-первых, всем нашим четырем прекрасным спикерам. Спасибо вам большое за то, что вы пришли. Полина, что всех нас здесь собрала. Без тебя бы ничего здесь не было. Спасибо вам всем, что вы задавали такие замечательные вопросы.